Так, вот, пожалуйста, посмотрите, у нас был привоз женские пальто с чернобуркой, с песцом. Длина есть соточка за колено. И длина есть 90 ниже колена. Молодежные фасоны. Все фасончики новые. Красивые. Вот, посмотрите, цвет какой шикарный. Небесно-голубой. Теплая, плотная ткань. Воротник, чернобурочка. Сейчас посмотрим, снимается он или нет. Так, он на пуговках здесь снимается. То есть можно носить как осень-весну, пожалуйста. Переход. В принципе, такой одежды хватит на весь год. Прохладно стало. Весна, осень, одели, ходите. Мех одели, сняли. Вот новый фасон. Сейчас я их вытащу отсюда. Посмотрим. Пробежимся. Вот, посмотрите, длина 90 сантиметров. Шикарный воротник. Мех писец. Воротник отстегивается, карманчики. Размер 42. Теплое, шерстяное. С шерстью. 80% шерсти. Вот. Вот такое пальто. Дальше смотрим. По ценам пока не могу сказать. Приходите. По цене уже здесь будем ориентироваться. По месту, по ходу. Надо смотреть цены, сейчас все прописывать. Вот, посмотрите, шикарное пальто. Цвет кофе. Кофейный цвет. Ну, такой розовый, розоватый, теплый тон. Плечики красивые, посмотрите, на спуск под пояс. Воротник куница. Ну, вот эта шуба написана 44 размер. Серо-бежевый цвет. Тоже шерстяное, теплое. Производство России. Вот, хорошее пальто такое. Так, размеры разные, до 48-х от 40-х. Посмотрите, какой цвет. Небо. Длина 90, приталенная. Великолепный, богатый воротник песцовый. Смотрим, что здесь у нас. 40 размер. Моллюски есть тоже. 38-40, все есть. Ходовые размерчики. Молодежка. Хорошо вам будет. Вот этот цвет очень красивый, следующий. Смотрите, молодежка, цвет джинса, песцовый, красивый, такой антрацитовый воротник, песцовый, приталенный силуэт, размер 46, размерчики разные, вот. Вот, пожалуйста, кофе, капучино цвет, хороший фасон, молодежка, теплая, воротник снимается.
вот цвет сливки очень красивый. Посмотрите, красота какая. Цвет сливки свежий, легкий, воздушный. Фасончик тоже приталенный, очень красивый, с богатым воротником. Сливки очень пушистенький, приятный. Приталенный силуэт, пуговки. Пуговку одну расстегнул здесь. Хорошее пальто, хорошее. Так, написано 46. Если задумываетесь о пальто, приходите, пожалуйста. График работы указан сверху в группе у нас. Вот, ждем вас, забегайте на примерочку. Цены сейчас будем прописывать, с ценами сейчас будем определяться. И сейчас еще парки посмотрим. Не так все быстро. Парки смотрим. Я фотографию выложу в разделе товары. Посмотрите, красивая парка. Пыльная роза. Цвет шикарный, новый цвет. Размерчик маленький. Внутри кролик. Вот, отделочка песцом. Внутри кролик тоже здесь сидит. Смотрите. Ну, цвет потрясающий. Аж две штуки взяли. Такие. И цвет еще есть вот такой. Тоже очень красивый цвет. Смотрите, здесь песец очень хорошо тонирован с кистями. О, смотрите, красота какая. Смотрите, тоже кролик. О, здесь красивые перья. Внутри кролик. Кармашки. Смотрите, какой цвет. Фиолетовый такой, бронзовый. Фиолетово-бронзовый. Так, это еще одна пыльная роза. Другой размер. Пуховики появились. Женские пуховики черные. Хорошие. Вот, пожалуйста. Размера 48, 46, 44. Кожа, отделка чернобурка. О, класс. Ну, это классика, классика. 5XL, 4XL, 3XL. Есть все. И мужские тоже появились. Размеры продали мы. Добиваем размерные ряды. Мужская с капюшоном, с енотовым. Шестидесятые размеры есть. Ну и прямая классика такая. С норкой. Вот еще одна. Так, какой мне здесь размер положили? 50 ли 8? Блин. А, не, нормально. Ну, еще одна, другой размер. Смотрите.